Вот, лампочка загорелась. Теперь попробую вот еще был раньше. В общем, не буду рассказывать, чтобы не загружаться информацией. А теперь еще сильнее должно быть напряжение. Тут видим эффект? Нет. Иногда пробивает 1 сантиметр, 0,5 сантиметра, иногда 1,5, все равно как бы маловато напряжение. Начал опять шипеть на лампочке, это на лампочку. Вроде бы, когда усилил ток, потрескивания какие-то такие щелчки появились. То есть, как бы, может, нужно больше ток пропускать через первичку. У меня оно достаточно тонко. Чай высок, нет никакого влияния.